прибыли в бухту Безымянную. Здесь очень много людей отдыхает. И с детьми даже маленькими. Пойдем попробуем Японское море. Вчера было жарко. До Владивостока километров где-то за 30. И было большое желание искупаться. Мы приехали, немножко это желание уменьшилось. Прохладно вчера было, вроде бы какой-то моросящий дождь. Но сейчас мы посмотрели, люди, там я даже видел два человека купалось. Я пойду тоже это сделаю. Хотя вода прохладная. Сейчас только что приплыл с рейда разведывательного. Очень много нашли для нас впервые интересных живых существ. Начнем. Это морской огурец. Сейчас до сих пор является любимой альбининой игрушкой. Не хочет его выпускать. Питается морским илом. Его надо оберегать. Мы сейчас с ним поиграем и его отпустим. Дальше у нас пошли морская звезда, необычная, необычной формы. Но она имеет, кстати, раньше в Советском Союзе была вот такой вот формы звезда, вот эта форма пятиугольника, внутри звезда, знак качества СССР. Вот, с обратной стороны имеет, и, кстати, красится, мягкую форму такую бархатистую красится. Морскую звезду еще. Их больше всего на крабовых ловушках было. Рыба, которая лежит в крабовых ловушках, я там видео снял, лежит на дне, и эти морские звезды прилипают к ней, и вот этими частями начинают ее в себя впитывать понемножку, когда она разлагается. И вот совместно с этой звездой, их было там, наверное, штук, наверное, 7 насчитал на одном, ну, или 5-7. Вот начинают вот такие вот звезды. Вот такая, и у нас такая. Вот такие, да. Это звезды. Разные виды. Разные виды, да, звезд. Не надо для меня. И лака. И раки. Наверное, единственная бухта, на которой в прибрежной линии, начиная от юга, заканчивая над находкой, можно стать палаткой бесплатно дикарем. Потому что вся остальная береговая линия занята кемпингами, где этого не сделать невозможно. Пообщавшись с местными, мы также узнали еще пару мест, где можно проехать, но это, наверное, самое лучшее. Огражденные от ветров в виде залива с небольшой входящей береговой линией, плавной вдаль на 500 метров, и с детьми здесь купаться просто здорово. Вода проливается очень быстро. Например, утром мы не думали даже купаться, а к обеду мы уже это делали с удовольствием всей семьей. Очень много детей. Здесь вот все в детях. Даже вся береговая линия занята, люди стали в два ряда ставить палатку. Приезжают те, кто приехал не в пятницу, а в субботу, и уже не могут найти место. В первой береговой линии палатку и подходят и купаются так же. Так, друзья, добрались мы до города Владивосток. Хотя мы уже стояли два дня недалеко от него, между Владивостоком и Находкой. Погода нам что-то опять не везет, небольшой крапает дождик, вдали видны бухты. Сейчас прогуливаемся, идем в направлении спортивной набережной. И здесь все заблокировано, перекрыто для автомобилей. Пешеходов очень много, сейчас пробки. Мы направляемся. Да.
смотри, российские братцы, душа полосатая наша, стихии верна. Так пусть никогда нам не ведать пучины глубокой, и коль доведется вернуться к родным берегам, по первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку положено в чистом в свой дом заходить морякам. По первому сроку оденьтесь, братишки, по первому сроку положено в чистом в свой дом заходить морякам. Гулялись по набережной, дети побывали на площадке, сейчас идем на рынок, думаем найти его. С местными сложно общаться, не все знают, где он находится, а вдруг человек спросили, у кого каждого в разных местах, пробуем найти и что-нибудь прикупить из морских деликатесов. Сейчас 7 вечера, мы находимся в поиске стоянки. Завтра едем на остров повторно русский для посещения океанариума. Сейчас здесь, недалеко, где приобрели крабов, решили встать. 8 километров. Ну, разламывай и потом разрезай в длину. Так, разламывай в смысле... Ну вот так разламывай, где, так, где да? Этот суставчик, да. Оно там ломаться должно. О, ну, дай попробуй. Оно вообще вылезло. Да. А вот здесь? Кажи, кажи. Это пустое. Не, отсюда вылезло сразу, да. Дай, ну дай попробовать скорее. Не заметил ямку, просто заскочил, пробил колесо. Пап, я уже сказал, что пробил колесо. Не доехали до, до места километров 50, да? 20. А, 20 не доехали. Накопали ямок на дороге. Вот даже отсюда они видны. Немножко таких квадратных ремонтники накопали. Никаких знаков не поставили. И мы вот по незнанию влетели в одну. Ямки достаточно глубокие. Вот все их объезжать стараются. Выровнял кое-как подручными средствами внутреннюю сторону диска. Накачал, ну, смотрю, потихонечку все-таки воздух проходит, уходит. Будем смотреть, насколько это критично. И обращаться тогда на сервис. Либо, может быть, просто подка... будем подка... Я буду смотреть. Завтра посмотрю, как это ночью. Спустит, не спустит, может, нет, не запиталось. Под находкой мы столкнулись с проблемой. У нас закончился газ, на котором мы готовили кушать. Это 5-литровый наш баллон на клапане. Нам даже пришлось попросить у соседей, которые с нами стояли и консультировали вообще по морепродуктам, подогреть себе воду. Мы надеялись, что мы можем сделать на двух заправках, которые есть во Владивостоке, но, к сожалению, этого не получилось. Заправляют только на вентиль. Такая вот проблема у нас сейчас уже несколько дней, и мы готовим на костре. Вот сейчас придумали на мангале такое приспособление. И, кстати, с погодой, вот где мы стоим сейчас, южнее 120 километров Владивостока, ближе к китайской границе и Северной Корее, то дождик, то хорошая светлая погода. И вот приходится... Во Владивостоке так же было, да, так что тут не угадаешь. Да, погода в регионе в этом нестабильная и меняется в течение часа. И вот приходится вот такими вот полевыми условиями, насосом для матраса, да, подувать, готовить раздувать еду.